В народе говорят, сильный дождь 20 апреля предвещает хороший урожай калины и пасмурные летние месяцы. А синоптики обещают нам утром небольшой дождь и плюс 5. К обеду осадки прекратятся и выглянет долгожданное солнце плюс 8, плюс 10. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями. Утром плюс 3, днем воздух прогреется до 9 градусов тепла. Ночью 0, плюс 1. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Москве днем без осадков плюс 12. Ночью в столице ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.